Всех приветствую на своем канале. С утра мы уже прокатились на федералку, встретили машину с нашими цветулями, забрали коробочку, приехали домой. Вот я уже практически все разложила, расфасовала, кое-что даже уже упаковала девчонкам. Вот оставила так вот, ну, посмотреть, что в эту закупку мы заказывали. Как видите, здесь есть опять фикус Феденька, мы его так называем, фикус микрокарпа. Пришел такой вот красавец, вот с таким вот корнем. Есть также антуриум, белый, лиловый, шоколадный. Вот тут вот есть розовый и ванильный. По мне, так лучше заказывать вот такие маленькие экземпляры, чем здоровенные за бешеные деньги антуриумы, потому что мне кажется, что мини-версии растут намного удачней, не погибают, не капризные, ну вот знаете, такие. Мне кажется, все мини-цветы растут более лучше, чем какие-нибудь гигантские здоровые. Ну не знаю, мое мнение. Вот такой вот белый цветочек, ну точнее не цветочек, да, а как он называется, покрывальце, одеяльце, вот порепанный, но ничего страшного. Вот такой вот лиловый, я показывала, растет у сестры, замечательный антуриум, постоянно цветет, всегда на цвету, никогда не отдыхает и растет красивой шапочкой. Антуриумы шоколадные были в той закупке. Были немного побольше, эти вот немного поменьше. Ну, а так тоже красивые экземплярчики. Вот этот листик даже новый, по нему прям видно. Так, антуриум розовый. Розовый. Он вот такой. Интересный. Тоже вот такой вот. Тут уже цветоносик, он, видите, какой, что-то нагнулся. Вот экземплярчик. Так, и ванильный. Ванильный, как обычно, роскошный, раскидистый такой, большие у него листы, цветы. Интересный. Так, всех у них, видите, корешки, вон какие здоровые. Это что касается антуриумов. Опять заказывали на Линке. Одна из них моя. Я себе тоже такую заказала. Мини-версию пускай будет. Их вот тут вот несколько штук. Вот такая есть. Вот такая. И вот такая. На Линке Мальвинки. Пришли сухие. Я некоторые полила. Некоторые я уже упаковала. Ну, в принципе, они одинаковые пришли. Так, пришли вот такие кактусы, да, суккулент, сулкарибуция, если я правильно произношу. Ну, в общем, интересный суккулент. Мне муж говорит, это что, гусеница свернулась в клубочек? Камера не фокусируется. Ну, вот такие два экземпляра у нас есть. Так. Джункусы. У этого вон какие корни. И, скорее всего, их нужно будет, я думаю, обрезать. Вот. Или ситник, да, по-другому. Интересное растение. Мы как-то заказывали с Голландии. Они в три раза больше, чем вот эти. Но минички интересно, у кого мало места или у кого есть желание с маленького вырастить большой, вот это как раз то, что надо. Их вот два штуки, один я уже упаковала, тут тоже корни все наружу сухие. Так, это джункусы. Здесь у нас еще есть цикламены. Вот такие вот лялечки. Красивые, розовые. Это розовый с белым.
такой вот экземпляр. И несколько штук вот такого темного, бордового, да, фиолетового. Так, и есть еще вот прям вот такой вот нежный розовый, но на камеру он как будто бы белый. Вот. Нет, но он, на самом деле он розовый. Вот такой. Один из них тоже мой. Не знаю, какой оставлю себе. У меня есть цикламен. Я его, кстати, не показывала. Это моя покупочка. Потом соберу все свои новинки, покажу. Вот. Ну, вот еще два таких же. Все они прям интересные куколки. Их нужно обязательно пересаживать. Потому что, как видно, точнее, ничего не видно, да, картошки не видно. Картошка должна выглядывать из-под земли. Так, розочки в этот раз у нас есть. Вот такая вот розовенькая. Их две розовых. Вот такая вот беленькая. И вот такая оранжевая, да, лососевого цвета. Тут вот на камеру высветляет, потому что вспышка работает. На самом деле цвет потемнее. Вот. Розочки пришли вообще суперские, замечательные. Ничего не подгнившее, ничего не засохшее. Все на цвету. Это радует. Дальше заказывали вот такое алоэ красное. На самом деле очень интересный суккулент. Кто любит суккуленты, обратите на такое алоэ внимание, потому что вот по мне так он похож на какого-то динозаврика. Он весь такой колючий, жесткий, упругий. Кто вот любит суккуленты, обратите внимание на вот такие экземпляры. Очень интересно смотрится. Так, еще у меня есть азалия. Вообще, азалия — это моя мечта. И она в один прекрасный момент когда-то осуществилась, когда у меня были северные окна. Две больших азалии у меня было. Но стоило переехать на эту квартиру, где два окна и южный, и очень жарко днем, они у меня погибли. Поэтому я бы с удовольствием себе их поназаводила, всяких разных. Но нет, не живут они здесь, в этой духоте. Вот. Но хочу сказать, как только переедем на новую квартиру, где целых два окна северных, ну не совсем северных, да, а каких-то там, не знаю, там солнышко практически не бывает, и на балконе там будет прохладно, обязательно себе заведу азалию. Вот такая вот, немножко попортились листики, но ничего, в целом кустик вот такой нормальный, красивый, вот. Еще мы заказывали орхидейки. Вот они стоят вот здесь. Вот несколько экземпляров мы заказали вот таких розово в крапинку. Вот такие корни у всех хорошие. Листики, все как положено, все красиво. Мини-орхидейки. Вот такие несколько штук. Дальше мы заказывали варигатные орхидейки. Вот так вот она цветет, варигатная. Вот такие вот у нее листики интересные. У меня когда-то уже была такая, я ее подарила. Довольно-таки интересно смотрится, тоже корешки все хорошие. Тоже несколько таких растений. И заказали вот такую тоже миничку. Вот такая вот красная. Симпатичная. Тоже вот корешки хорошие, зеленые. Но сырые пришли. Нужно их будет пересаживать поскорее. И хочу еще показать вот такую вот штуку. Это называется синецио. Ее тоже нужно будет пересадить поскорее, потому что земля сырая. Вот такие вот шарики. Очень легко размножается. И смотрится очень красиво, когда разрастется.
Ну, на этом пока все. Это вот все, что мы заказали. Сейчас я это все разберу и попозже сниму видео про свои новинки, что я себе оставила, что я себе заказывала. Также покажу свой новый цикламен, который я покупала неделю назад, но еще не пересадила. И мне, да, мне пришли бугенвилли. Я посмотрела один канал, не помню, как называется, и там у этой девушки, женщины были бугенвилли, ну просто я в них влюбилась и заказала себе тоже с рук у женщины. Мне вот буги пришли вместе с вот этими цветами в коробке. Все это немного попозже я покажу. Ну вот, вот такие вот цветули-красотули.